Лондон отказывается допустить российских дипломатов к Сергею Скрипалю и его дочери, которые были отравлены в Солсбери. Об этом сообщили в нашем посольстве в Великобритании. И это при том, что Юлия Скрипаль является гражданкой России. Как подчеркнули в посольстве, все происходящее нарушает международное право. Напомню, покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь было совершено 2 недели назад. Лондон бездоказательно поспешил обвинить во всем Москву и объявил о высылке 23 наших дипломатов. Россия в ответ объявила персонами нон-грата такое же количество британских дипломатов.